сказать, событие неординарное, с одной стороны, с другой стороны, это уже традиция. В этом году мы в четвертый раз проводим Open Air. Это уже стало хорошей традицией, и наши уважаемые зрители ожидают этого необычного мероприятия. Это необычное мероприятие, потому что, ну, это все-таки другая атмосфера. Концерты в формате Open Air пользуются заслуженным спросом у публики. У нас был ажиотаж, и сейчас наблюдается, вот здесь вы можете видеть, много желающих попасть к нам на концерт. Билеты были проданы очень быстро. В этом году нам повезло с погодой. Все желающие смогут получить удовольствие на свежем воздухе, удовольствие от настоящей музыки. Что сегодня большой спрос на это мероприятие, что сегодня много желающих прийти в наш импровизированный зал. В текущем году программа симфонического оркестра Витебской областной филармонии была существенно обновлена. Помимо сольных, вокальных и дуэтных партий, сегодня нас порадует игрой на аккордеоне лауреат международного конкурса Нина Слюсер, которая приехала из США в наш родной город, она уроженка города Витебска. Ожидается даже появление капитана Джека Воробья. Я настоятельно рекомендую вам задержаться на нашем празднике. Что сегодняшнее красивое мероприятие, которое так нравится нашей публике, нашему дорогому зрителю, станет началом будущего, как ни странно, началом будущего 30-го, уже такого юбилейного, можно сказать, филармонического сезона. На портале городвитебск.бай.